21 июня открылся 10-й юбилейный чемпионат России по пляжному теннису. Более 200 спортсменов из разных регионов России встретились на кортах спортивного комплекса «Звезда». Рыбинск принимает турнир в третий раз. Играют спортсмены босиком под музыкальное сопровождение. Пляжный теннис, он, ну, вообще пляжные виды спорта, они начинают завоевывать определенную, ну, немножко повышается уровень гораздо, потому что довольно доступный вид спорта, и в него там занимаются все, от молодежи, от детей до взрослых. Вот, поэтому привлекаемость очень хорошая, потом он такой довольно свободный, вальяжный, он доступный за счет того, что там практически может играть любой человек, поэтому этот вид спорта, ну, вообще пляжные виды спорта, они в последнее время стали в России очень, ну, не только в России, прежде всего, это в Европе начали развиваться такие виды, как пляжный волейбол, пляжный футбол, которые уже известны, которые в олимпийскую программу входят. Плюс вот появляется теперь пляжный теннис, пляжный регби, ну, и тому подобное. Поэтому это, наверное, очень важно и позволяет привлекать большое количество людей, детей, взрослых. Наши рыбинские теннисистки вернулись с чемпионата мира, проходившего в Италии. На чемпионате мира, ну, конечно, мы не были уверены в победе. Главными соперниками у нас были, ну, из России, ну, наши друзья, так скажем. Было очень сложно с ними играть, но мы справились, выиграли. 21 июня наши спортсменки Арина Косенкова и Анастасия Семенова стали третьими в возрастной категории до 19 лет. А вот уже 22 июня состоялись финальные матчи. На память участники соревнований получили вот таких замечательных, чугунных, очень тяжелых мишек. С вами были 17.40, я, Анна Разумова и Марина Васильева. До новых встреч!